тех пор, как Золушка одержала победу в неравной борьбе. Теперь она живет припеваючи. Даже если вам много за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Тысяча чертей! В чем дело, Золушка? Ты опять поломала мою дорогую карету! Ничего подобного! Я всего лишь помяла лошадей! А рессоры почему сломаны? Потому что ты жрешь больше, чем все лошади нашего королевства! Скажи мне, милый принц, сколько будет 700 чертей плюс 300 чертей? Точно! 1000 чертей! Больше ты не будешь брать мою карету! Будешь ходить пешком! Как? Ты разве забыл, что моя единственная приличная хрустальная туфелька хранится в музее Капитан Шоу Поле Чудес? Мне срочно нужна обувь! Магазин Надежды и Ивана, или коротко, магазин на диване. Только сегодня по специальной цене. Всего лишь за 999 рублей. Предлагаем вашему вниманию. Хрустальные лабутены. Торопитесь, приглашение ограничено. Если вы успеете прийти до 24.00 по московскому времени, то получите булку с мадам. А если вы не успеете прийти до 24.00, то вместо лабутена получите тыкву. Но помните, что лабутен нельзя будет заказывать по почте России, потому что он будет идти вечность. Целую вечность. Звезда моя, это выгодное предложение. Поторопись-ка. Ваше Величество, спешу предупредить, что на охоту за хрустальным лабутеном отправились красавицы со всего мира. Если вы не успеете до 24 часов, то вы превратитесь... Она и так уже сама превратилась в тыкву. А вот тебе в дорогу всего два волшебных предмета. Бриллиант и заморская пойло. Дорогой, я пошла. Пора, но я все равно на своем веку. Со мной кто-то гонится? Смотрите, что у меня есть. Лучшие друзья гномиков – это бриллианты. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Рапунцель, побежали со мной, там столько вкусного! Во, побежали! Вот что я тебе скажу, Рапунцель. Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Устала! Привет, подруга! Куда идешь?
за хрустальным лабутеном. А чё плачешь? Я никак не могу стать настоящей принцессой. Я могу тебе помочь. У меня есть знатное заморское пойло. О, зелье! Выпьешь и станешь красавицей. А что сама не пьёшь? А, я после 6 не ем и не пью. Ну тогда давай. Аллилуйя. А тут сразу помогло. Так мне теперь лабутен не нужен. Пока. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Умаялась. Нечего. Давай я подскажу. Сколько будет 800 чертей плюс 200 чертей? 1000 чертей!